выстраивать эти концепции. И нам как раз вот этого студенческого задора, способностей, талантов и так далее очень сильно будет не хватать. И поэтому мы это будем активно средством массовой информации вас рассказывать об этом. Я вас всех приглашаю принять участие в проекте, который позволит сделать наш город чуточку лучше. Чтобы как раз было интересно находиться прежде всего вам. Потому что есть различные сферы. Мы должны его перевести в 21 век, наш город. Поэтому, если вы будете говорить, что вам нужны везде Wi-Fi зоны, мы их будем делать. Если вам нужны какие-то активности, места какие-то, мы будем их делать. И для этого должен быть спрос. Мы вас приглашаем как раз принять участие в этом как раз проекте, для того, чтобы мы могли сделать что-то хорошее, что-то интересное. Спасибо.